Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Илюши Милой. Композиция называется «Березовое чудо». Музыка исполнена самого, по-моему, в честь цикла «Ожившей поэзии». Откровенность осуждать не буду. Разве можно чувства одолеть? Заберусь в березовое чудо от страданий. Я склоняюсь, беседуя с судьбою под венком березовых ветвей, там, где под янтарною звездой песнь свою дарил мне соловей. Я склоняюсь, беседуя с судьбою под венком березовых ветвей, там, где под янтарной звездой весь свою дарил мне соловей. Маленькая птаха сладко пела, а гроза легко взрывала мир, и моя береза шелестела ей влюбленно. Отвечал эфир, под грозу подставилась игриво, и хмелела не одна со мной, будто с кем-то тихо говорила в ночь от рождения родной. Я склонюсь, беседуя с судьбой, под венком березовых ветвей, там, где под янтарной звездой песнь свою дарил мне соловей. Роща здесь, березовая дива, сам Есенин этот край берет. Светлый, торжествующий, красивый, воспевал влюбленно и всерьез. Откровенность осуждать не буду. Разве можно чувства одолеть? Забернусь в березовое чудо от страдать, сердцем отболеть. Я склонюсь, беседуя с судьбою под венком березовых ветвей, там, где под янтарной звездой песнь свою дарил мне соловей. Я склонюсь, беседуя с судьбою под венком березовых ветвей, там, где под янтарной звездой песнь свою дарил мне соловей. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Прумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Березовое чудо», стихи Вероны Шишковой.